Всем привет, ребят! Меня зовут Натали, и в сегодняшнем видео я бы хотела вам показать кампус Восточно-Средиземноморского университета. Я являюсь представителем ИМЮ, помогаю ребятам поступать на этот прекрасный остров. Поэтому, ребят, если вы хотите поступить в Восточно-Средиземноморский университет, то можете смело мне написать, я вам с удовольствием помогу. И также, если возникают вопросы какие-то касаемо университета, также можете мне написать. Это все бесплатно, так как я работаю в университете, поэтому данная помощь бесплатна, и моя задача — это обеспечить комфортное пребывание студентов на остров Кипр. А сейчас давайте перейдем к самой экскурсии. Это, ребят, Faculty of Communication and Media Studies, на котором преподают специальности, как реклама, связь с общественностью, кино и телевидение, и также журналистика. Такой, знаете, творческий факультет. Кофейне. Можно купить чай, кофе, там булочку какую-нибудь и отдохнуть во время брейков. Здесь столики для студентов. В Кипре середина октября, ребят, погода у нас плюс 30 градусов. Невероятно. В общем, это факультет Electrical, Electronic and Engineering. Все студенты ходят из занятий. Кругом растут пальмы. Смотрите, как классно. На территории университета также есть такие вот площадки, стадионы, где можно заниматься спортом. Это Department of Visual Arts and Communication Design. Видите, опять же, какая у нас красивая территория, вообще обожаю университет. А вот, ребят, регистрационный офис. Здесь такой вот вход. Из-за пандемии есть определенные, конечно, условия. Проверяют температуру. Вы можете здесь себя зарегистрировать на факультете, когда вы уже приедете на Кипр. Здесь находится банк, где студенты оплачивают за семестр, когда приезжают на Кипр. За учебу можно оплатить двумя способами. Онлайн, на студенческом портале и в этом банке. Смотрите, как классно, можно прийти после университета в кофейню, взять себе мороженое и поучиться с таким прекрасным видом. Ребят, Central Lecture Halls, где преподаются такие предметы, как английский, турецкий, математика. В общем, такие, знаете, базовые предметы. Как сейчас можем мы увидеть, все ребята собираются на занятия. Thank you.
Факультет Arts and Sciences. Такой небольшой факультет. Находится возле Central Lecture Halls. Здесь также рядышком кофейня, магазин книжный. Также на всей территории кампуса огромное количество кактусов. Очень так интересно. Прям атмосфера острова. Это, ребят, факультет туризма, также гастрономического искусства. Можно обучиться программе повара. Безумно интересно. Есть собственный ресторан и бар, где студенты практикуют свои навыки готовки. Это, ребят, Faculty of Industrial Engineering. Также, ребят, на всей территории кампуса есть огромное количество фитнес-клубов. Как мы видим, это фитнес-клуб, который находится в общежитии Альфа Виста. Смотрите, ребят, какой красивый департмент. Department of Computer Engineering. Очень все так лаконично здесь. На территории кампуса имеется своя собственная больница, куда студенты могут прийти и бесплатно обследоваться. Health Center. А это вот кофейни, находящиеся на основной части кампуса. Это Экор Виста, рядышком Емен Кафе. Знаете, ребят, эти кафе становятся уже вторым домом для студентов, потому что они безумно близко находятся к общежитиям. Такие, знаете, атмосферные местечки. Также на территории кампуса имеются общежития, маркеты, фитнес-клубы, салоны красоты. И неподалеку имеется собственный пляж. Абсолютно все для жизни имеется на этом кампусе. И, ребят, давайте сейчас я вам расскажу о самом процессе поступления в Восточный Средиземноморский университет. И все иностранные студенты получают 50% скидку на обучение. И эта скидка будет действовать на протяжении 4 лет обучения в этом университете. Изначально вы должны зарегистрироваться в университете как студент. Чтобы получить студенческий сертификат, вам нужно подготовить данный список документов. Можно сделать через меня, все бесплатно, я работаю в университете, и я вам с удовольствием помогу поступить в EMU. Документы вы мне отправляете на почту, либо отправляйте мне на номер WhatsApp. Напишите мне в Instagram, я вам скину мой номер WhatsApp.
Я эти документы все отправляю в офис, в университет. Мы дожидаемся ответа от университета в течение недели, 10 дней. Приходит ответ от университета, зачислены вы или нет. Если да, то сразу же отправляется студенческий сертификат. Этот студенческий сертификат вы должны показать на паспортном контроле. На этом сертификате написано то, что вы поступаете на данную специальность и имеете полное право пересечь границу Северного Кипра. Отправляю вам пригласительное письмо. Это пригласительное письмо вы распечатаете. Также собираете документы определенные. Собираем все эти документы. И оплатить за учебу можно двумя способами. Первый способ — это оплата наличными в банке университета. Приходите и оплачивайте за учебу уже там. И второй вариант — это можно будет сделать онлайн на вашем студенческом портале. Какой вариант вам подходит, это решайте, конечно же, вы. Ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. К сожалению, я не сделала обзор на весь кампус, потому что он, правда, очень большой. Там еще есть отдельная часть кампуса. Кампусы с медицинскими факультетами. Но я хотела, знаете, передать атмосферу нашего кампуса. Показала определенные факультеты, классы, заведения, которые здесь есть, больницу нашу. Так что, да, ребят, если вы хотите учиться в EMU, то пишите мне, с удовольствием я вам помогу поступить в этот университет. Всем спасибо за просмотр, пока-пока!